Ситуация критическая. Возможно, через полчаса нас ждет второй Чернобыль. Честно говоря, я и первый-то сезон не осилил. В стране чрезвычайное положение. Джерри! Да это я! Ну что, не хочешь сегодня выпить? Да, я в деле. Я тебе перезвоню. Под угрозой 500 000 людей. Что? Когда уже это кончится? У нас 25 минут. Кто-то должен спасти положение. Как у тебя с американским акцентом? Супер, не парься, чувак.